хорошо будет, если в этой пьесе все-таки будет и все-таки мошенник. Не мошенник, а аферюга. Аферист, да. Аферист. Игра. И причем профессиональная игра. Понимаете? Под руководством исполняющего обязанности режиссера русской труппы Владимира Кузина проходит бурное обсуждение нового спектакля «Смешные деньги», премьера которого планируется в марте. В театре актер всегда играет, перевоплощается, а дома остается самим собой. Привет. Привет. Как дела? Привет, хорошо. Да, пойдем чай. Владимир Кузин с 4 класса мечтал стать актером с того момента, как открылся драматический кружок в 9-й школе гимназии, где он и учился. И первая моя роль была, я даже помню свою первую роль, это пионер. Пионер непростой, пионер-трус, который в автобусе, не уступив место бабушке, я когда зашел туда хулиган, вот он ему уступил, вот я все так помню такое. Я очень стеснялся этой роли. Мне казалось, что нужно всем таким все-таки герои, актер. Но потом Татьяна Артуровна у нас, это мой первый режиссер, Эбергард Татьяна Артуровна, она объяснила, что все роли хороши, а главное, как их сыграть. Вот так вот. И я теперь не боюсь, любую роль не боюсь. Плохая она, хорошая. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности актер театра и кино. Играл в Доме культуры железнодорожников. В 2002 году перешел в областной драматический театр имени Тахои Ахтанова. На сегодняшний день получает второе образование по специальности режиссер театра. Когда самое такое приятное, когда говорят, что две роли, но разные. И ты не похож ни в одной роли друг на друга. И главное, чтобы на себя не быть похож. В семье актеров растут две дочери, и, как шутит супруга Владимира, Рита Кузина, дети – это ее два высших образования. Семья увлекается коллекционированием кукол, любит читать книги и выезжать на природу. Сама Рита вот уже 14 лет является актрисой драматического театра. Это работа внутренняя твоя. Ты берешь текст, ты сидишь с ним, не знаю, час, два, три, там бывает, ночью проснешься, думаешь, вот тут вот так вот надо было, вот оказывается так, точно. Ну, вот такие вот моменты. В гостях у актерской семьи побывали Гульжанат Махмутова и Канат Таспагамбетов.